С подключением Юзернейм. Как ты знаешь, заработок в интернете с помощью бинарных опционов, кейсов или сетевого маркетинга – полнейший разводняк для лохов. То ли дело криптовалюта. Именно на ней зарабатывают прожженные трейдеры. Недавно биткоин вновь обновил исторический максимум, а после сразу же рухнул аж на четверть. Конечно, кто-то на этом знатно наварился, ну а кто-то, естественно, прогорел. Почему? Потому что криптовалюта. О том, что это такое, мы сегодня и поговорим. Итак, сначала матчасть. Криптовалюта – это, по сути, такие же электронные деньги. Только они гарантируют анонимность платежей за счет шифрования транзакций. Представь себе кучу монет в банке, в настоящей банке. За реальные деньги ты получаешь доступ, например, к одной монетке из этой банки. Ты можешь ее подарить или поменять на что-нибудь, но она точно так же останется в этой банке. И узнать, чья монетка чья, невозможно. А. Анонимность. Такую платежную систему никто не контролирует. А функционирует она преимущественно за счет компьютерных сетей, которые и выполняют криптографические алгоритмы во время транзакций. На примере банки это выглядит так. Человеку дают банку с монетами в одном состоянии. Он ее трясет и передает дальше уже в измененном состоянии. И так каждый раз, когда владельцы монеток в банке меняются. Люди, чьи компьютеры участвуют в этих вычислениях, получают награду в криптовалюте. Она делится поровну между всеми участниками. Это называется майнинг, и сейчас это целый бизнес. Зачастую не очень законный. Возможно, на твоем компе тоже стоит программа майнер, которую ты подцепил, скачивая какую-нибудь хайповую игру. Тормоза и перегревы железа – первые признаки такой болезни. Проверься на всякий случай. В мире насчитывается около 700 криптовалют, работающих по разным схемам. Биткоин – самая популярная из них и, по мнению большинства, единственная настоящая. Но можно ли назвать настоящей валютой несколько строк программного кода? На этот вопрос ответит наш эксперт по теневой экономике. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, если биткоин – это валюта, то чем она обеспечена? В отличие от мировых валют, которые обеспечены золотом, биткоины обеспечены спросом на них. То есть реальными деньгами, которые пользователи потратили на покупку этих самых виртуальных монет. А также товарами, которые продаются и покупаются за биткоины. То есть наркотиками, оружием, рабами и прочими прелестями Даркнета. Значит, это довольно ходовая криптовалюта? Я бы сказал, это самая ходовая криптовалюта. Чем же биткоины отличаются от других криптовалют? Откуда столько хайпа? Ответ кроется в самом понятии криптовалюты. Первое. Она не может обеспечить стабильный доход. Вложиться в криптовалюту ради стабильного дохода предлагают только финансовые пирамиды. Второе. У криптовалюты нет единого центра учета. Если эмиссию и контроль транзакций осуществляет конкретная компания, это мошеннический проект. Третье. Криптовалюту можно свободно конвертировать в деньги через независимые обменники и биржи. Также ей можно расплачиваться за товары и услуги. Биткоин соответствует этим трем параметрам? Да, биткоин, пожалуй, единственная криптовалюта, которая имеет полное право называться таковой. Стоит ли сейчас вкладываться в криптовалюту или майнить биткоины, или уже поздно? Майнить биткоины новичкам сейчас практически бесполезно. На данном этапе развития системы для этого нужно дорогостоящее оборудование и тонны электричества. Намного выгоднее спекулировать на падении и росте курса биткоина. Для этого, наверное, нужен опыт игры на бирже или всякого трейдинга. Несомненно, но еще нужны большие яйца, чтобы удержаться от паники, когда биткоин в очередной раз рухнет. Спасибо. Пожалуйста. Это, в принципе, все, что нужно знать о криптовалюте, чтобы не попасть на бабки, когда на рынок вылезет очередной убийца биткоина типа Единара, Ванкоина или Доги. Ну а если уж ты серьезно собрался играть на бирже биткоинов, почаще вспоминай высказывания Уоррена Баффета. Проиграл квартиру матери – остановись. Ну и, конечно, подпишись на канал. В одном из следующих выпусков мы расскажем о том, что же можно купить на эти самые биткоины в том самом Даркнете.